Так, сегодня 22 октября. Вот как я тогда 19-го выходил, солнышко было. Вот на следующий день началось у нас. Метет, тает все, блин. Вчера растаяло. Весь снег этот сошел, вот сейчас по новой. Одел сапоги, прогуляясь. Вот какая легкая, ну как легкая, бенесезонная, но по-моему у нас плюсовая температура. Так, лицо. Шею прикрыл. Здравствуйте. О, здорово, Рок. Шею прикрыл. Кстати, даже сугроба уже нету. Тут раньше это сугробы намело. А сейчас их нету уже. Растаяло. Сегодня я вышел, ну якобы в магазин, но не знаю, когда я в магазин пойду. Сейчас пока прогуляюсь. Так что в сапогах самое время ходить. Так, сегодня 22 октября, воскресенье. Так все это выглядит у нас. Обещали сильный снег, но видать вот он и начинается. Посмотрим, что завтра будет, когда все это замерзнет. Это будет пипец. Пойдем с дальнего магазина. Зайдем. Так, что мне нужно? Салфетки. Тут затишье. Тут у нас затишье. Ветра нету. Ну да, сильный ветер. Ой, сильный снег и ветер до 20. Обещает. Так, а что же я там писал? А, фейри. Короче, химию мне нужно. А это я вот уже на обратном пути зайду в Софию и там Софию возьму. По идее, я даже не знаю, что мне взять. Как кошачьи, собачьи. Окорочка.
Вот. 232. 500 грамм. Свинина. Вот это вот 1600 грамм, будет 1298. Как он канал называется? Да. Ты что хочешь? Хочешь смотреть, что ли, мой канал? Да. Да вон там мне интересно. Ну, может, если тебе велосипед интересен, там есть велосипеды. Как мы катаемся. Как я катаюсь. Интересно? Интересно? У меня только сам. У самого это есть велосипед. Мне тоже нравится, когда, знаете, так просто покататься. А, ну это... Канал он такой, вот телефон есть у тебя? Ну, у меня он дома. Так я тебе не объясню, как он называется. Это надо писать. Вот ты можешь у друзей своих спросить, тут многие знают, пацаны. Как у меня канал называется? Ну, Коч. 88. Это, ну, это на английском надо все писать. Добрый. Так. Пельмени. А, тут цены не видно. Какая цена у нее? Вот это вот мне надо взять. Я покупаю 520. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 12. Кептелек. 585. Лук. Вот это 91. 37. Чеснок. Вот три штучки. 33 рубля. Почти по 11 рублей. Одна это. Как же он называется на аэробус? А на огурцах есть цена? Один огурец 294 грамма, 190. Ну, яблоки. Вот два яблока. 118. Это 446 грамм. Десяток, то есть 160. Он белый, красный. Вот. Всякие колбасы. 192 самая дешевая. Не знаю, какая это. Колбаса для окрошки. Вот такие колбасы. Цены, вернее.
масло купить. Такого масла, какое мне нужно, нету. Хлеб. Мне нужен завтра. Рыбные продукты. Капуста всякая. Селёдка. Устрицы, мидии. Просто вот это морепродукты. Рыба. Он такой маленький, мини-маркет называется. Я как-то одно время эти покупал курагу. Что-то она такая, 150 грамм, 326 рублей, что-то дороговато. А вот это, конечно, подешевле, но она и страшнее. 266. Тушенка. Что-то бурятских не видно. Дальше бурятские эти. Тушенка бурятская. А вот она есть. Вот. Бурятская. Классно, мне нравится она, не только дорогая. Не знаю, купить ее что ли? А что свои? Давайте одну возьмем. Сахар. 96. Еще шоколадку надо. Темный шоколад. Разобрался. Так, 829. Коша моя умерла, я уже даже и цену не знала. Вискас покупал, 42, сейчас они 42, значит 36. Этикет давно я не брал, в смысле есть. В основном вот эти вот, сверху, терпит, более-менее ел, и вискас. Ладно. Так, теперь мне надо будет зайти в этот, в Софию. В Софии мне надо химию купить. Фейри.
потом плиты чистить. А, доместос. И порошок. Короче, дофига позиций мне надо. Вот для меня это, я имею в виду. Корочка купить. Вот такая погода у нас не лучшая, скажем так. Итак, мы сейчас что берем? Фейри обязательно. Это на донышке осталось. Порошок. Это нам надо. Вот сюда. Триста девяносто восемь. Триста восемьдесят два. Два вот такой возьмем. Вот. Красненько. И мне надо. Это я сейчас не вижу. Такой спрей для чистки этих плит. Идем. Раньше тут я видел. Очиститель окон. Тоже надо. А где он? Так, мыло. Блин, не вижу. Ладно, порошок. Ариэль. Аквапудра. Пять килограмм, 1450. Это мне, наверное, на год хватит.
Так, блин, я не знаю, что мне выбрать. Есть вон там купите. Это два, по-моему, три. 3 килограмма. Я уже перекрутил ее. Ну все, пойдем дальше. До свидания, спасибо. Так, 2 магазина зашел. Так, не мешало бы мне еще в аптеку пойти сходить. Сейчас пойти. Блин, а я обещал ей написать эти. Список. Завтра пойду в аптеку. Вот такая погодка у нас. Вот, кстати, когда я в последний раз съемку делал в аэропорту, погода классная была. Вот на следующий, это 19-го, 20-го испортила, сегодня 21-го или 22-го. Да, 22-го я никуда не выходил. 21-го я сходил в магазин. Ну, когда я вышел, я даже опять в окно не глядел, не знаю, какая погода, вышел, блин, смотрю, а тут уже зима, блин. Сугроб навалило. У меня было желание сходить за камерой, но, блин, я поленился. Лень одолела мной, и она победила меня. Я, короче, думал, ну ладно, схожу в магазин, вернусь, оденусь, переоденусь уже, так, по-взрослому, и выйду, погуляю, поснимаю. Но, как вы поняли, лень меня победила. Я пришел, разгрузился. Так, еще не раздеваясь, посидел на стульчике и думаю, ну его нафиг. Сейчас опять устану, у меня ноги не те.
Ладно, что? Я так и не вышел. Так, эти строители все там внутри работают. Но работа идет. Все, пока.